2 января. Вчера я отдыхал дома, хотя кое-что сделал. И долго думал, надо ли мне продолжать тему Иркутск каждый день, не знаю. Я много сделал вчера, и в том числе и нарисовал картинку 1 январскую, правда, не на пленэре. Сегодня вот шикарная погода. Я вышел на очередные прогулки. Тоже думаю, наверное, надо менять формат. Кто бы мне подсказал, как это сделать лучше, потому что есть много вопросов, но я их задам потом, попозже. Сейчас я на улице Чкалова, здесь вот такая вот интересная ограда. Она мне нравится. И вот это здание, в общем-то, сзади меня, этого суда арбитражного, в принципе, мне как новостроечное здание тоже нравится. Оно гораздо интереснее, лучше многих геометрических примитивов, таких остекленялых, кособоких, вот примерно как это. Все-таки здесь есть иркутская какая-то, нет, не иркутская, а, скажем так, столичное достоинство в этом здании. Я уже про это здание говорил, рассказывал, и, наверное, уж не стоит повторяться. Я вообще боюсь, что я буду сейчас ходить по городу Иркутску и повторяться, потому что улицы-то у нас одни и те же и почти не меняются. Вот. Однако я вот посмотрел вот туда и хочу спросить, вот что вам на этой улице больше всего нравится? Вот, что на этой улице больше всего нравится, скажите-ка, пожалуйста. Учитывая, что, посмотрите, ну вот, это заменили. Здесь я рисовал домики лет 5 назад. Вот один оставшийся на этом месте иркутский домик. Ну, остальное вот новое, да. В том числе и вот этот вот тот самый отель, которое слово произносить я стесняюсь. Который называю примитивом. Ладно, как бы мне в новом году быть позитивнее? А для этого мы пойдем сейчас вот туда и посмотрим. Что-то там еще есть остатки иркутской архитектуры, остатки того, что я называю позитивом. Вот. Ну, в общем, это здание тоже по-своему интересно, как произведение архитектурного дизайна, особенно ночью. Ну, как говорится, ночью-то у нас все хорошо и красиво. А вот днем, ну, да, ладно. Все-все-все, я как-то опять не так начал. Все, я буду как-то менять, буду постараюсь сменить свою... Нет, не настроение. Я, наверное, все равно никогда в жизни не закрою глаза на то, что я вижу вокруг. Я не смогу замолчать, но... Ну что, может быть, больше еще иронии, потому что при бессилии бороться вот с этим вот совсем, то остается только это все, видимо, высмеивать, что ли, так получается. О, девочки вот так вот выражаются. Слышали? Вот они, красавицы, да. Да, да. Молодцы, девочки. Я не буду вырезать. Я буду... Иркутский мат я не вырезаю, извините. Все уже взрослые люди, все знают. А с детьми пусть разбираются соответствующие органы. Дума наша пусть думает. Они за это большие деньги получают. Очень большие, я так понимаю. Вот им привет передадим. Ну ладно, вот такое интересное место. Вот это здание, о котором я говорил, что оно имеет определенную хотя бы столичность. Хоть и излишне, может быть, патетично, скажем так. Ну да, почему бы и нет, ладно. Все равно этажи, видите, 1, 2, 3, 4, 5 этажей оформлены абсолютно одинаково. Ну, такой вот монументализм имперский, видимо, да. А это вот наша Черемховская улица с великолепным вот зданием, видом. И вообще по содержанию и по форме. Вот это одно из немногих оставшихся в городе Иркутске. Здесь союз архитекторов Иркутске, которому мы все завидуем. Мы художники с развалинным нашим союзом художников. Ну и вот, да, вот про это. Ой, опять я вернулся в прошлый год.
как бы мне в новом году этого всего больше не видеть и не обсуждать. Все, иду туда, там что-то я видел в конце улицы более-менее нормальное. Давайте так, ну вообще все-таки присоединяются многие новые люди. Они не знают моего отношения к тому, что я показываю, к тому, что я рисую. И мне хочется им объяснять, почему я это делаю. Я хотел сказать, давайте так, я буду все это делать молча. И да, имеющий глаза увидит, вот, а имеющий уши пусть слушает то, что хочет слышать. А я вот помолчу, что ли, не знаю прямо, как быть. Иначе придется опять говорить, собственно, что я и начал делать. А вот как идти по улице? Давайте учиться ходить по улице. С одной стороны, замечать вот это все. Замечать правильно. Замечать соответственно тому, как это все есть в реальности, а вот именно вот так вот. Видите? И, может быть, постараться все-таки не гундеть. Ей-богу, я учусь, я хочу научиться. Я пытаюсь научиться. Помогите мне. Я призываю к помощи. Помогите мне найти такой формат, чтобы было видно все мое. Я не пытаюсь, не хочу скрывать моего презрения, моего недовольства, моего негодования. Опа, шел. Вот смотрите, интересно. Вот, я шел по этому тротуару, да, видите? Шел. И куда я пришел? Вот кому привет передать? Все, тротуар-то кончился, а мне надо, смотрите, я вот попал в тупик пешеходный. Здесь дорога, а справа пандус для автомобилей. Они мне предлагают по пандусу пойти. Ну, давайте я пойду по пандусу. Но почему я должен ходить кругами по пандусу, по автомобильному, на котором меня сейчас задавит какая-нибудь скорая помощь, автомобиль. А тут просто взяли и наглую обрезали тротуар. Просто тротуара нет. Вот он был. Люди шли. Тротуар закончился. Там вот за кустами уже не тротуар. Там уже автомобильная дорога. Ой-ой-ой. Ну никак у меня не получилось. Вот тебе вышел в праздничный. Поэтому я говорю, что для меня Новый год, ну какой он праздник. Выходишь, видишь, то же самое. Не знаю, как быть. И богу, правда, не знаю. Просто молча рисовать. Ну поменьше говорить, да, наверное. Так вот, я начал. Ну подскажите вы мне, как суметь сохранять, не прятать, не убивать в себе нормальные чувства, а я имею в виду негодование, презрение, это же ведь тоже чувство, правда? Это же тоже чувство. Я же не могу взять и половину чувств у себя обрезать, как у многих это получилось. Вот как не убивать в себе вот это чувство, мое архитектурное видение? Вот так вот, да? Ну, нарисовать это молча. Может быть. Ну, молча, это заранее сдаться и превратиться в молчаливое то самое слово, которое произносить-то не сильно хочется. Улица Николая Гаврилова в данном случае. И вот здесь вот такой вот интересный вид. Ну, ведь рисовал уже, да? Рисовал. Так вот, иду-ка я вон туда. Вот там я еще, пожалуй, не рисовал. Здесь вот снесли и построили новый якобы иркутский домик. Ну, макет иркутского домика. Там вот огромная-огромная реклама какая-то наверху, ты видите? Трехэтажная. Если бы там сделать пол и окна, то там бы поселилось, ну, как минимум 3-4 семьи. Вот в этой конструкции, видите? Я тоже это вот всегда отмечаю. Вот в этой конструкции могли бы поселиться в рекламной. Ну, моя бы мастерская была неплохая, правда?
Ну, если бы лифт сделали. Ну, а вот здесь все так, вот видите, не по-русски. Решили приготовить город Иркутск к взятию его иностранными солдатами. Потому что все это вот не для нас написано. Опять я о своем. Пойду рисовать молча. Все, ладно. Вот такая интересная тут табличка, реклама моего какого-то коллеги Элиза К. Интересно, что это за Элиза К, но вот такой вот сухой-сухой жестяной якобы портрет, но ученический, чисто ученический. Ну ладно, молодец Элиза К, хорошо она придумала свое собственное окно и вот таким вот образом прорекламировала. Ну, прорекламируем и мы ее, да? Любишь смотреть чужие окна, заглядывай в свой личный портрет, заказывай, смотри на себя прекрасный каждый день. Ну да, еще и ошибка, кстати, говорю. Ой, кошка выглянула. Нормально, кс-кс-кс-кс-кс-кс. Нормально. Ну ладно, привет всем. Интересно, Лиза там, нет? Лиза, вам тоже привет большой. Вы молодец, только исправьте в вашей рекламе грубую все-таки ошибку. Прекрасного каждый день. Давайте-ка сделайте прекрасную рекламу. Всего вам доброго. А вот здесь. Здесь тоже вот какая-то ерунда написана, но мы ее читать не будем. Ну и там тоже. Это вот такие вот у нас тут такое вот искусство у нас на улице. Тут ее капитально сейчас нам реставрируют. И слава богу, ну что это лучше, чем если бы здесь построили какую-нибудь новую дрянь. И даже лучше вот эти макетики. Все, я согласен. Я не буду ругать, давайте буду только хвалить. Вот когда уберут этот забор, я приду сюда и нарисую. Хотя, в принципе, мне как художнику-то это не мешает. А, нарисовать, что ли?